Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в ХКР 2. Сундучок, иди сюда. Ох ты, новые колеса. Это наш спорткар. Обожаю, когда что-то новенькое мы получаем. О, да, ну-ка, чем порадует. Ребята, новая физиономия, Биф. Крылья. Так, прыжки, форсаж на, нифига, на супердизель. И топливный ускоритель для танка. Вот. Опять начинается вот это автономно. Гелифиш повысился до второго лидера. Повысился? Че-то я не понял, как это повысился? О, нифига, мы тут, ребят, с каким приоритетом выиграли, обалдеть. Нормально. Так, крылья, ускоритель, фляг. Блин, подключение к чату. Так, здесь прошло. А, нет, все нормально. Всем привет. Что-то я не могу понять. До второго... Ну, а кто повысил-то? Я же, по-моему, только ему и давал в свое время. Не пойму, ребята. За наших. Ну вот, гелифиш и все, да? А, подожди. Так, что-то я, друзья, не пойму. Почему у меня два гелифиша? Кто из них? Что-то я не могу понять. О, прикольный чудик. Ладно, я надеюсь, гелик посмотрит это и поймет, что я возражаю, чтобы еще кто-то был здесь в лидерах. Потому что это начнется опять, это ссоры, ругань, мне вот это вот нафиг не надо. Так, мы что там прокачиваем? 700 тысяч у нас есть. Мы же хотели это, да, прокачивать? Фуру. Ауч, немножечко не хватило, ребят. Подожди, а разве мы фуру хотели? Блин, мы же... Все, поздняк уже. Мы же маслкар, ё-моё, хотели прокачивать. Ай, лопухнулся, да, рычаг лопухнулся. Ладно, бывает. Ничего, прокачаем фуру потом уже это. Ну что, ребят, 6000 кубков сегодня я намерен взять. Попробуем прокатиться с тобой на этой... Тачки, о. Слушай, а, кстати, тут уже у нас новое лицо. Где оно? Где оно? Во. Я готов. Слушай, довольно прикольно смотрится этот буф, баф. Биф. Посмотрим. Так, ребята, эта фура будет... Наверное... Помощнее, чем моя, или как? Перевернись, гаденыш. Есть. Первое место. Хотел сказать, как с куста, но на самом деле не как с куста. Он уже на старте. А, так он с этим. Или это не он едет? Куда я полетел, блин? Вот это ты, рейчик, даешь. Вот это ты круто сейчас сделал. Я думал, я засмотрелся на трассу. Я даже не увидел, что у меня братана моего
так подкинуло, так перевернуло. И вот опять же, ребята, та же самая. А тот все, ребят, откатался свое. Щеглазадый. Этой фуре все нипочем. Пофиги эти кактусы, это шмактусы. Смотри сам, что он творит. Есть. По идее, должно быть у меня первое место. Да, ребята? Замечательно. Так, ну что, Гран-при каньон. Ну, насколько я помню, я ездил на каньоне вот на этом. На лихаче. Да куда ж ты твою душу-то? Нормально все. Все пучком, ребятушки. Все отлично. Мы проехали. Маслкар этот в конце там хлебнул дерьмеца из-под моих колес, так скажем. Мы правильно с тобой сделали, что здесь замедлились. Все очень даже хорошо. Ой. А вот это, конечно, было, ребята. Ты посмотри, что у нас происходит. Ой-ой-ой-ой-ой, у нас происходит, ребят, дерьмо. Дерьмо не бывает одно, да? Вообще не приехал, потому что кончилось горючее. Так паршиво прокатиться, но это... Только я так мог, ребят. Так а фигли там горючего не дают, блин. Молодцы они, блин. Катайся, называется, без горючки. Где хочешь, блин, ее бери. Молодцы. По-моему, в прошлый раз у нас все было намного лучше. Ну ты будешь сегодня ехать, ну говно ты собачье, а? Да, все, понятно. Последним. Нет, больше не буду брать никогда сюда эту машину. Без понтовщины какая-то, самая настоящая. Просто без понтовщины. Ну давай, посвистели. На своей старенькой, добренькой машинке. Только запчасти полетели, как будто куда-то там шмякнулся. Это что тут за Квазимода едет у нас? Суперкар? Да ну слабак. Ну и... Ну и чек какой-то. Кто там, я не знаю, как его там звать. Нытик, короче. Я что-то не понял, тут что за конкуренция пошла, эй. Что там за щеглазады еще-то вот лезут на папу, а? Совсем приборзели. А что так мало проехали-то? Опять мили шахтеров? Вот у них вот эта вот любимая тема, ребята. Как начать вот эти вот шахты выдавать, и все, и без конца. Одна за другой сейчас будут шахты эти. Так, тихо. Ну нифига я тут. Прям, блин, я не знаю даже как сказать-то. Проехал просто как красавчик. Так, тут главное не впендрекаться никуда. Давай, 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 не дуркуй. Yeah.
Ну, как по мне, ребят, я считаю, что я проехал очень даже хорошо. И загорелся. Прям вообще классно. Ага. Так, столичный кубок. Ну что, ребят, в столичный кубок поедем. Так, прокатимся. Так, фура. Ай-яй-яй. Блин, твою налево. Да там ничего нельзя было сделать, ребят. Вообще ничего нельзя было. Я и так уже сбросил скорость по минималке. Да-да-да-да-да. Вот хуже нет. Вот для меня хуже нет, ребят, в воде. Ну все. Приехали. Дебилизм. Вот когда на воду падает, все. Хоть ты там что делай, ничего не помогает. Взял. Не, я попутал просто, ребят. Я не тут. Я думал, что эта трасса будет полегче, но это не так оказалось. Здесь можно на полных парусах ехать. Да кофиг ли мне твои 3 балла эти? Вот третье место, то что занял. Так, эпические холмы, манал я нафиг на этом. Маслкар пока отдохнет. Ну, поехали, наверное, на ролике. Там кто-то опять, ребята, шуршит на форсаже, да? Да какого хрена он тут летает-то, блин, как засранец просто, ребят. И этот еще сзади, блин, хлыщ, блин, есть. Поддавливает меня, блин. Догнал же еще как-то, вылился. Ехал, там горючего практически не было. Он проехал всю трассу, блин, на своем этом форсаже, да, на нитро. Ты что делаешь-то, баран, блин? Кусок дерьма собачьего, а? Я прям не знаю, как его назвать. Че он тупанул-то, блин, на каком-то... Там ничего даже такого не было, ребята. Как бы тебе объяснить-то? Криминального, критичного, блин. Чтобы можно было где-то там врезаться, блин. Но он врезался. Дебила кусок, а? Мало того, что он врезался, он перевернулся, а обратно уже не смог перевернуться. Что за параш там едет сзади у меня, не пойму. Ну что, 6 баллов. Первое место. Ну спасибо, хоть здесь первое место заработал. Так, давай забираем сундук. Так, новые колеса это для байка. Угу. Понятно. Сделай 6 поворотов на баге для песка. Не дают мне награду мою. Ну что, ребята, глубоководные, блин. Не, только не говори, что сейчас вот это вот. Опять что-то со связью, а? Твою налево, вот это вот начинается, а? Ладно, я подожду немножечко. Может, прогрузится все-таки. Так, ребят, прогрузилось. Ну, если так и дальше будет, блин. А что у него там стоит, я не могу понять. Ой-ой-ой-ой, не надо так.
Да ты, господи, ты уже без крыши остался. Тебе еще один удар обо что-нибудь, и все, и... распластаешься ты, парень. Давай, раз заехал, едь. Поверху. Затянуло, да, все-таки? Ну, вроде как первое место наше будет, ребят. Замечательно. Но дашь мне награду? Ну, спасибо, наконец-то. Так, ну а у нас грязные ралли. Слушай, а может быть грязные ралли нам взять? Да проехаться на супердизельке? Ой, зря. Я вон просто смотрю, какие тут у нас, ребят, конкуренты. Ты посмотри на этого Адама. Он просто как начал с самого начала, со старта, он не отпускал кнопку, и ему хватило горючего. Я пытаюсь держаться, ребят, на уровне. Есть. Чу. Так, ладно, давай вот здесь вот, наверное. Ну что ты будешь делать-то? Ну твою-то налево, ну... Да. Не очень хорошо. Так, ладно, четвертая гонка. Не очень, ребята, вообще, я бы сказал бы, паршивенько. Видишь, он когда приземляется, как мешок с дерьмом, блин. Просто как мешок с дерьмом. Но это когда приземляется, ребят. Второе место. Гонка, сельский кубок. Сельский кубок можно, в принципе, попробовать и на байке проехаться. Если тут, конечно, не будет этих домов. Ты понял, про какие я дома говорю, да? Тихо ты, уже начинает забрасывать его. Думал, сейчас перевернется и все, хана мандрыга будет. Ну нет, выровнялись хоть более-менее. Езжай нормально, не... Куда ты в небеса-то летишь? Куда ты в поднебесную-то? Так, а вот третья трасса, скорее всего, будет уже с домиками, с этими. И, как всегда, по привычке мы в этот домик въедем. Не то, что как по привычке, а как у нас... Как зафиксировано, знаешь? Твою налево, вот эти мосты. Ю-ху! Нет, ребят. Это оказалось... намного проще. Но эта трасса нормальная, просто нам выпала. Ну что, погнали дальше. Давай поедем на маслкаре, попробуем покататься. Да, я знаю, не прокачан, ну... Ой. Тут чудовище против нас. Там этот на попрыгульках, что ли? Я смотрю, вроде на попрыгульках, ребят. Хилл Климп. А что мне стоит за... Какие у меня детали стоят? Ух. Я даже не знаю, какие у меня детали стоят, если честно.
Попрыгулькин. Да ну, этому дерьму проиграть. Ребят, себя не уважать. Серьезно. Ну да. Дерьму проиграли. Просто дерьму. Фига он там летает. Вшивое дерьмо, а? Твою налево, а? Я не знаю, что там маслкару нужно. Я так понимаю, что у нас даже деталей никаких не стоит на него. Так, всем привет. Так, Ора, привет, давно не виделись. Если что, Дина Гаркс. Фиш это Вилли Фиш. Подожди. А, я хотел посмотреть про тачку, про свою. А, у него спойлер стоит. Ну, ребята, тут, видишь, ничего особого такого нету. На этой машине у нас ни колес, вообще никаких деталей на ней нету. Поэтому я понимаю, почему проиграли. Ну что, ребята, у нас кубок Storm Rider. У нас три гонки здесь будут. Тут, да, вот этот риск перевернуться очень велик. Давай. Ну и прекрасно. Так, здесь первое место за нами. Едем дальше. Идеально стартанули. Но вот дальше начинается, ребят, хромотейщина полнейшая. Что за фуфлыжник сзади едет, а? Объясните мне, ребят, что за фуфлыжник сзади едет, блин? Правильно, фуфлыжник, он и в Африке фуфлыжник. Ну что, поехали дальше. Естественно, вот никто не попадает, а я попадаю в этот, в переплет. Не нужен мне этот водопад ваш задрипанный. Обалденно меня тут крутануло. Да езжай ты спокойно, не трепыхайся, ёк-макарёк. Как с куста, друзья мои. Все у нас чики-пуки, чики-заза. 3000 монет. Так, Нагорный кубок. Нагорный кубок. Давай попробуем Нагорный кубок проехаться на багги. Вы опять за свое, да? Ну, в тот раз я не очень долго ждал. Я даже не знаю, с чем это связано, ребят. Ну, подождем. Так, ну что, прогрузилось. Правда, мне пришлось два раза перезаходить в игру. Так, нормуль. Ух ты, ух ты, ух ты, как он... Как он в то же время хорошо и в то же время плохо. Так, тихо, парень. Да, вот это, конечно, ты зря. Так, ну здесь-то ты должен. Опа! Нормуль, на подъемчиках это, как говорится, ему равных-то и нету. Чё ж тут
греха скрывать. А эти хлыщезадые только берут за счет того, что... Просто пролетели, вообще шикардос. А чё мы не это даже, никуда не сместились? Чё за проблема-то такая, не понял я. Ну что, друзья мои, у нас каньон. Вау, чувак там самурай. Я лечу! До свидания! Как говорится, уделал их на самом-самом, ребят, финише. Особенно этого ниндзю Глорию. Да какой-то ниндзя, недоросли какой-то, немощный. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Да, вот это был, ребят, косяк, мой косяк. Дай хотя бы этого паршивца обделать. Ты будешь сегодня ехать, драндулет, ты вшивый, блин. Ни хрена он не хочет ехать. Пипец, блин, просто стоило там один раз, ребят, споткнуться и все. И поплыли сопли, блин, ручьями. Да, один раз где-то стоит, блин, обделаться, застрять, врезаться в что-нибудь, и все. И вся гонка идет, ребята, медным тазом. Но, слава богу, я тут первый. Так, кубок езды по хабам. Ну, по хабам, насколько я помню, мы нормально с тобой едем. Там на байке, что ли, кто-то решил? Вот не погорячился ли он на байке-то по хабам гонять-то? Вот и все. Опять Нуат. Опять здесь Нуат, ребят, присутствует. Вот он. Не Нуат, а Нуах. Или Нуа просто. Ага, застрял? Так надо тебе, щеглазадый. Ну что, ребята, две гонки первые, и теперь можно... Теперь можно типа и проиграть, и зря я это сказал. Давай, выплевывайся. Да, тут все наши гонки. Все три. Все три первое место. По-другому и быть не могло. Так, путешествие на пальцах. Это наша, ребят, пустынюшка. Или нет, это не пустынюшка, это пляж. Правильно будет звучать, это пляж. Я не понимаю, у тебя колеса нормально прокачивают. Какого фига ты, блин? Сиськи ты жмешь, блин. У него нормальные колеса стоят. Он не может, блин, подняться в горку. Ну что это, ребят, ну? А какой-то прыщ сзади, блин. Больше уверен, на вшивых, драных своих колесах, на ободах там как-то заезжает. Давай нормально делай вещи, как мы можем. Как учили. Вот и все. Тут начинает мне там, блин, гнать какого-то, не знаю, супостата просто. Поехали. Ну опять этот маслкар лезет тут, а? Вне очереди, или как там назвать? Куда я лечу, вообще непонятно. Опа, обосранцы, получили по полной программе. Вшивики. У меня все получилось как надо. Все как в аптеке, ребята, ровно. Так, день гонок. Поеду я сейчас вот это. Да, я знаю, сейчас будешь опять верещать, Рэй, но... Так надо. Давай, еще сделай так, чтобы тебя ролейка какая-то несчастная
обогнала. Такого просто быть не может. Все. Троллейное авто даже на горизонте не было видно. А мы уже с тобой дома сидим, попиваем чай. Нет, глитвейн. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, тихо. Не газуй. Не газуй. Погнали. Он с крыльями, чушок. Этот чушок был, ребят, с крыльями. Ну ты-то еще куда вылезла, дерьмо, блин. Это-то какого хрена сюда вылезла, блин. Пипец, блин. Байк, который не разбился и занял последнее место. Ну это стыд и срам, блин, ребят. Давай ты едь нормально, а? Все, красавчик. Второе место, ну и фиг с ним. Так, пляжный кубок. Манал этот пляжный кубок ехать на байке. Я поеду вот на чем. Я поеду на нашей ролличке. Там кто-то опять на форсаже, что ли, тянет, или мне кажется? Куда ты там, щегол? Месут. Кренделя мне там еще свои выплясывает. Иди вон, молоко попей из бутылочки, сосунок. Так, я что-то не понял, опять, что за дела? Как будто я не им говорил, да? По поводу бутылочки с молоком. Не понимаю с первого раза. Ну, давай, Рейчик, последнюю гоночку сделаем с тобой. Как надо. Или опять обдристаемся. Не знаю. Пока вроде все идет прекрасно. Да, ребят, первое место. Оп. Ну и шик. Нам остается всего лишь одна гонка, да? И это кубок аллигаторов. Кубок аллигаторов, может быть, поедем на супердизеле? Покатаемся, а? Чай. Кубок аллигаторов все-таки. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Ну вот зачем я вот это стал делать, а, ребят? Можно было бы, конечно, занять первое место. Если бы я не начал бы там дурью страдать. Что у него там за машина, не могу понять. Так. Поехали понизу. Все. А поверху я вряд ли бы, ребята, смог бы проехать. Машина бы просто-напросто утонула, и все. Ну, она бы по аллигаторам не смогла бы проехаться. Как бы тут кто-то не старался бы. Ну-ка, 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 ну-ка. Этот гад сзади едет, ребят. Этот чмошник сзади едет. Но благо у нас все четненько получилось. Ох, хорошечно. Ну и что тут у нас? Монетный ускоритель. Для лихача. Это круто. Так, ну что, друзья мои, поехали. Блин, это ж то же самое, да? По-моему, событие не поменялось. Нет, конечно. Я еду на своем засранном мотороллере.
да. Гонщик Спиди. Ну ладно, фиг с ним. Так, эту трассу нам, наверное, надо ехать. Так, наверное, может, поставим. Мне нравится, как она едет, у нее же прям огонь из-под колес. Все. Почему штраф за превышение времени? Поехали на этой, на фуре. Там луноход. Для чего взяли эти луноходы свои паршивые? Чтобы лететь. Читер несчастный, короче. Ай. Далеко чувак не улетел. Хотя пытался там что-то сделать. А здесь у нас ничего нету, да? Ну что, дорогие друзья, на сегодня будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков.